Добро пожаловать на канал Королевство вкусных блюд. С вами Ольга, и сегодня я предлагаю вам очень вкусный, красивый, яркий праздничный салат на 8 марта. Но такой салат подойдет на любой праздничный стол. Все ингредиенты также вы найдете под видео. Давайте начнем готовить. Моем грибочки, нарезаем непроизвольной формой, берем лук репчатый, нарезаем мелким кубиком, в сковороду наливаем растительного масла, добавляем лук, грибы. Трем морковь на мелкой терке и добавляем сюда же грибочки. Обжариваем на среднем огне до золотистого цвета. Добавляем чеснок, чтобы придать нашей пережарке аромата. Берем свинину запеченную или отварную, на ваше усмотрение, и нарезаем мелким кубиком. Перекладываем на тарелку. Берем отварной картофель и также нарезаем мелким кубиком. Картофель должен быть остывшим, холодным. Также перекладываем на блюдо, то есть подготавливаем все ингредиенты. Берем брынзу, трем на крупной терке. Перекладываем на тарелочку. Готовые грибочки перекладываем на тарелочку и даем им остыть. Подготавливаем заправку. Берем сметану, трем чеснок. Добавляем соль, перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем. И начинаем формировать наш салат. На дно формы кладем отварной картофель. Добавляем сметану. Распределяем по картофелю. Добавляем свинину. Кладем побольше сметаны и равномерно распределяем. Затем грибочки жареные. Тертый сыр. Опять сметанку. Оставшийся картофель сверху, еще сметанки немножко, чтобы наш салат был еще нежнее и вкуснее. Снимаем форму и бока смазываем сметаной. Также по бокам кладем проросшуюся зелень. Это придаст блюду не только вкуса, но и красивый вид. Сверху кладем тертый сыр и украшаем оливками черными и помидоркой черри. Разрезаем их на две части и украшаем сверху. Делаем наш салат еще более праздничный. Посмотрите, какой красивый, яркий, нарядный и безумно вкусный салат у нас получился. Я надеюсь, вам понравится этот салат. Это мой авторский салат. Придумала его недавно. Пробуйте, готовьте, радуйте себя, своих близких. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Делитесь с друзьями. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Комментируйте.
И до новых встреч. Готовьте с любовью, живите вкусно.